Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вашими вопросами. Значит, вопрос первый. Имею ли я право уставать? Да, право уставать вы имеете. Правильно ли поведение моей мамы и отчима? Нет. Поведение вашей мамы и отчима неправильное к вам, потому что они, знаете как, у них наблюдается некое противоречие. Значит, с одной стороны, они говорят вам о том, что вы должны учиться, вроде как мама хотела, да, чтобы вы учились. С другой стороны, они же вам не дают, по сути, учиться, да, то есть не дают никакой возможности это делать. И, как бы, ситуация заключается в том, по сути, что либо ваша мама действительно не понимает, что нужно для учебы, либо она хочет, чтобы вы учились для них. То есть, чтобы вы учились для того, чтобы потом больше зарабатывать и, соответственно, содержать их, отчима и маму. Хотя и они работают, и, в общем-то, вы учитесь, то есть, непонятно. Вот. Непонятно, но, скорее всего, это обстоит именно так. Вот как мне это видится. И надо сказать, что поведение вашей мамы и отчима, ну, в любом случае, эгоистичное, в любом случае, неправильное. И, как это не парадоксально, это поведение является проекция их собственного отношения к себе, скорее всего, либо попыткой реализоваться через вас, так как они не чувствуют себя реализованными, но, как я понял, у мамы образования не особо много. Ну и у отчима, соответственно, тоже, наверное, немного образования получается, если я правильно вас понял. Далее, как выйти из этой ситуации? Вот вы задаете вопрос. Значит, дело в том, что, понимаете, в чем дело? Ситуация заключается в том, что ваша позиция, она не совсем верная. Вот. И как бы связана она с тем, как вы себя ставите в отношения. Вот. Связано с тем, как вы себя позиционируете в них, и я поясню, что я имею в виду. Почему-то вы поставили себя так, что маме и отчиму позволительно вести себя с вами, будто вы им должны. И вот именно в этом... В том, что вы сами считаете, что вы должны им что-то. И кроется решение вашей проблемы. Вы позволили перевесить на себя уход за детьми. Вы позволили как-то вот сделать так, что на вас все вот эти обязанности повесили. И вы сомневаетесь в себе,
и не уверены в себе в том, что вы можете жить своей жизнью, вы сомневаетесь в себе в том, что у вас может быть своя жизнь, что она у вас должна быть, и по какой-то причине вы в себе настолько вот сомневаетесь, что даже спрашиваете у нас, правильно ли поступает ваша мама. То есть вы даже в этом не уверены. И здесь можно говорить только о том, как складывались ваши детско-родительские отношения и о том, почему у вас, я вот ваш вопрос другой, где вы описываете расставание с Павлом, не читал, вот, но почему вы расстались с ним и какой опыт вы вынесли из этого, да, то есть что заставило вас, по сути, расстаться с ним, что заставило вас это сделать, почему это произошло. И какие представления изменились у вас о себе после этого? Вообще, какой опыт вы извлекли из этого? Вот об этом с вами нужно говорить. А так я полагаю, что причина в том, как вы сами к себе относитесь, как вы себя воспринимаете, причина в том, что вы недостаточно цените себя, недостаточно любите себя, уважаете себя и сомневаетесь, может быть, чего-то боитесь, может быть, боитесь, например, негативной оценки родителей, может быть, просто боитесь остаться одна, может быть, боитесь осуждения и так далее. С этим тоже нужно разбираться. В любом случае, у вас поведение такое, знаете, жертвы и одновременно спасителя, то есть вы пытаетесь всем, вообще всем помочь, всем, кроме, по сути, самой себя. А ведь как можно кому-то помочь, если вы не можете помочь себе? Вот это вот очень важный, на мой взгляд, момент, о котором вы здесь забываете. И вот то, что вы пишете, вся ваша история, это история о том, как на вас повесили вот это все. То есть почему, например, вы готовите? Как так получилось, что только вы готовите? Почему не готовит мама, например, с утра? Почему вы не договариваете с ней? То, что вы брату даете деньги, это уже не знаю, это ваше, может быть, решение, это ваш, может быть, выбор. Но вот почему ситуация такова, что все домашние обязанности по дому, в том числе и коммунальные услуги, повесили на вас, вот это вот вообще для меня загадка совершенно. То есть для меня это совершеннейшая загадка в данном случае. Что вас заставляет так себя вести? Что вас заставляет позволять родителям так к себе относиться и относиться к хозяйству, к коммунальным платежам и прочее? И надо сказать, что это ответственность, конечно, родителей, но вам корректировать свое поведение, вам его изменять, вам его приводить в определенное русло и так далее. Если вы в чем-то не уверены в себе, то с неуверенностью в себе нужно работать. То есть конкретно, как, в чем вы не уверены, и что можно сделать для того, чтобы эту уверенность повысить. Если вы себя, например, не любите или недостаточно любите, значит, что вы себя недостаточно любите? Почему не принимаете себя? Вот эти все моменты нужно разбирать лично с вами. Понимаете? И только так вы будете менять отношение к себе, и меняя отношение к себе, к вам будет меняться отношение других.
Поэтому пока я думаю, что если говорить о том, как выйти из ситуации, то можно и нужно говорить о том, чтобы вы готовились отстаивать свою индивидуальность, отстаивать свой выбор, отстаивать свое мнение, свое решение и так далее. И чтобы вы готовились к тому, что это встретит большое сопротивление, потому что ваши родители привыкли к тому, что вы исполняете роль прислуги. Естественно, неприятно, когда эта прислуга вот внезапно начинает думать о себе или чего-то хотеть. Ну, она не имеет права ничего хотеть, поэтому вам необходимо готовиться отстаивать свой выбор, свое решение. И думать о том, почему вам сложно это будет сделать, и как вы позволили всей этой ситуации произойти. Вот. Например, самым оптимальным решением будет для вас сказать своей маме, что все так, я больше не могу, я понимаю, что я устаю, нормально учиться не могу, давай договариваться, как мы будем вместе выполнять дела по хозяйству, готовить, готовку разделять, либо я вообще ничего делать не буду. То есть вот такая, в принципе, ситуация, потому что по-другому просто ничего не изменится. И либо вы готовы будете это делать, если у вас нет возможности работать с психологом на постоянной основе, а вам нужно, либо вы останетесь там же, где вы есть сейчас. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.